Ну что ж, всем привет. Сегодня нашел вот этот монитор BenQ, но с такой проблемой. Видите, вот я включил и обнаружил, что матрица разбита. Вот видите, тут было место удара. Вот даже виднеется, как вот полосы, видите? Вот чуть-чуть надавливаю, исчезает. И вот тут какие-то пятна. Вот. Я вывел картинку на монитор со своего ноутбука. Вот. И чтобы не скучно было прокраштестить ноутбук, ой, как бы монитор, я включу какой-нибудь видеоролик. И буду под этим видеороликом уничтожать матрицу. Ну, скажу сразу, мне ни чуточки не жалко, потому что, ну, монитор ремонт нелентабельный. Потому что за такие деньги мне проще новый монитор купить. Остальное я просто выпаю и пойдет на запчасти. Ну что ж, я стартую видео и делаю краш-тест. Так. Ого. Итак, продолжаем. О, все, матрица исчезла. Да, все, изображение исчезло. Хотя вот у меня ноутбуки до сих пор транслируется. О. Так, ну что ж, давайте попробуем встать. Так, понятно, пока не получается. Зараза, выдерживай пока. Хорошо. Так, пока не получается, хорошо. Опа. О, работает. Попробуем так. Так.
Так, пока не получается. Так, ладно, пока включу другое какое-нибудь видео. Так, хорошо. Не получается? Попробуем так. О, пошло, пошло. Так, ну все еще пока работает. Так, сейчас попробуем немножко пожестче сделать. Так, во-первых, ноутбук сюда положим, потому что сейчас стул как раз пригодится. Так, ну что ж, попробуем. О, все. Почти вообще ничего не показывает. Хотя у меня вот
транслируется. Ну что ж, я освободила от ножки. Теперь сейчас попробуем стулом переехать. Так, только не очень, конечно, удобно. Так. Так, теперь чуть-чуть сюда. Ну теперь все. Матрица окончательно убита. Смотрите, что осталось. Уже ничего не показывает. Ну, в принципе, ясно, я могу и останавливать. Потому что все равно уже ничего не видно. Ну, в общем, так, где-то пройдено, кажется, вот, видите, что осталось. Так, где это еще? А, вот оно. Ну, в общем, и ясно. Все, вот так краш-тест пройден. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Конечно, да, извиняюсь, что вышло так не очень ахти, но, тем не менее, раздолбать получилось.